О фальсификации выборов заявляют в оппозиционном блоке. Нарушение носит системный характер, сказано в заявлении политсилы. Результаты голосования искажены скупкой голосов и применением админресурса. В ОПО-блоке считают, что в отсутствие международных наблюдателей власть пытается узурпировать территориальные громады и используют для этого подконтрольные партии и кандидатов. Поэтому политсила требует перевыборов во все органы от Верховной Рады до местных советов. Кроме того, в оппозиционном блоке пообещали оспорить итоги сегодняшнего голосования.